Врачам проще, и нам тоже. На первый взгляд, обычный ноутбук. На деле целая исследовательская лаборатория. Она позволяет делать УЗИ прямо в палате. Портативный аппарат в главной больнице Тутаева появился недавно. Предыдущий устарел. Тяжелый был аппарат. Он и есть, собственно, никуда он не делся. Он в рабочем состоянии. Ему уже более 20 лет. Он черно-белый, то есть только в черно-белой шкале мы смотрели пациентов, внутренние органы. Главное преимущество нового аппарата – удобство для пациентов. Теперь им не нужно идти ко врачу, он придет сам с аппаратом. УЗИ можно сделать прямо в обычной палате на кровати. Больному можно даже не вставать. Точность и качество исследования высокие. Нам вот тем, кто тяжело ходит или вообще не ходит, это большое подспорье, скажем так. Потому что не у всех есть коляски, не всегда ее можно взять. Не у всех есть костыли, не все могут дойти просто-напросто. Новый аппарат купили на деньги, полученные больницей из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом. Это почти 9 миллионов рублей. На остаток приобрели средства индивидуальной защиты, рентгенаппарат, электрокардиограф. Уже поступает и поступит еще компьютерное оборудование на общую сумму, превышающую 5 миллионов рублей. Часть оборудования не было, а часть оборудования, конечно, уже устарела и нуждалась в замене. Важно, что приобретенное на эти средства оборудование можно будет использовать и после окончания пандемии. Это позволит повысить доступность для населения высокотехнологичной медпомощи, что, в свою очередь, является одной из главных задач нацпроекта здравоохранения. Кроме этого, федеральных денег хватит и на замену окон. Дмитрий Жданюк и Антон Комаров. День в событиях.